Всем привет! Меня зовут Дайрон, ну и сегодня я вам покажу обновленную версию гаджетов. Но в этом видео будет еще несколько других плагинов AIDA. Что ж, ну а теперь к самим гаджетам. Данный гаджет вас толкает на 5 блоков. Раньше он толкал намного больше, но теперь это исправлено. Что ж, ну а теперь следующий гаджет. Раньше он давал скорость вам на 20 секунд, но теперь это исправлено, потому что у AIDA по-другому. И он дает всего лишь на 5 секунд. Ну, в точности как у AIDA. Затем идет Heal гаджет, но его надо чуть-чуть доработать, потому что он подкидывает слишком высоко. Что ж, ну а теперь самый крутой гаджет. Он был улучшен, потому что в прошлой версии он был более плохой, и мне куча людей писали, что он не так работает. Ну и, конечно же, ребята, я это исправил. Наслаждайтесь. И, ребята, смотрите, внизу у гаджетов написано фиолетовым цветом, что они делают, такого ни у кого нет, и это довольно прикольно. Ладно, с гаджетами мы заканчиваем. Давайте перейдем к другому плагину. Ну, а следующий плагин у нас на динамиты. Кто смотрел Була или же Мистера Пи, тот помнит то, что они кидались динамитом. То есть вот таким вот образом. Динамит кидается, и он взрывается. Но я отключил взрывы динамита. Если вспомню, как это вернуть их, то тогда покажу, как они взрывают. И, в общем, вот мы кидаем, и вот снизу вот такая вот надпись есть у нас. Это перезарядка. И, кстати, вы можете тут поставить динамит, но это как бы экстремальное дело, потому что он или кинется, и вы взорветесь, или же вы сумеете его поставить. И, ребята, этот плагин у меня уже где-то больше месяца. Еще в Brawl Town он у меня был, когда я снимал. И да, ребята, не надо меня просить, можно ты заснимешь сериал Brawl Stars в Майнкрафте? Можно я стану твоим актером? Ребята, я не снимаю Brawl Town уже. Раньше я его снимал, но на нем вообще не собирались просмотры. Даже не все люди, которые у меня актеры были, не смотрели его. Поэтому я на него забросил, и снимать я его в скором времени не собираюсь. И вот, ребята, еще есть следующий плагин. Например, вот, например, Хелл там бежит, дерется, и у него там уже ломается мечик, и у него стоит мод на биндинг команд. Он просто берет, нажимает на кнопку, там забиндил, и вот у него получается, он становится неразрушимым. И это пишется еще и в чат. Такое есть у Мистера Пи, у Хелда они это снимали, и значит, это и есть у AIDA на сервере. Следующий плагин на превращение в мобов. И сейчас я вам покажу, как он работает. И вот человек превратился в медведя Ниты. То есть он ходит, это человек. Да, точно так же вы можете превратиться, например, в Феникса, еще в кого-то. Вот, например, я написал, что попрыгай, и он прыгает. Это человек. Сейчас он превратится в Феникса. С помощью такой команды, которую я только что в чат написал. Ну и теперь сами им станем. Для этого пишем D и название моба по-английски. Сейчас он меня должен видеть. То есть мы себя не видим, какой мы моб, а остальные люди видят нас. Это наша копия, это клон, смотрите. Это клон. Так, теперь это чикен. Значит, Феникс. Ладно, все, наверное, ты отслужил.
можешь идти. Да, вот такой вот прикольный плагин. Потом у нас идет World Edit, но он не совсем обычный. То есть он называется Fave. И он отличается тем от World Edit, что перед тем, как с этой что-то делать, вы должны написать вот такую вот команду. Ну и также у него есть некоторые особенности, так что можно сказать, это улучшенный World Edit. Следующий плагин в этом топе на никнеймы. То есть вы можете здесь с командой писать никнейм, и даже в табе он будет таким. Например, давайте сейчас меня назовем по-русски Дайрон. И да, я не Дарион, Дейрон, я Дайрон. То есть вот, как вы видите, ник изменился. Тут также можно ставить цвет. И это круто. И самое главное то, что так у Аида. И, ребята, следующий плагин у нас на такие картинки, как у Аида. Например, при входе в Brawl Town там есть сверху такое вот типа таблички, картинки. Значит, пишем вот такую вот команду MapTool nav. И потом пишем ссылку. То есть копируете, а потом вставляете. Ладно, на этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Ну и всем пока!